Уроженка Алаторского района, отбывающая срок за сбыт наркотических средств, повторно привлечена к уголовной ответственности. 2 года назад ей вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии общего режима. Однако стены исправительного учреждения не помешали осужденной нарушать закон. Женщина организовала небольшую группу сообщников, находившихся на воле, и с помощью мобильного устройства давала им указания по приобретению в Москве героина и перевозке его в Чувашию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий их деятельность была пресечена. Как выяснилось, сообщниками заключенной были ее мать и друг – наркоман. Теперь основной фигурантке назначен приговор в виде лишения свободы на 17 лет, а ее помощникам – до 5 лет.